божественная любовь, исцеляющая сила. Без истинной веры, надежды и любви не познаешь царствия Бога. Без Творца ты легкая добыча. Это мир тленный, здесь все в рамках ограничения. Болезни, боль, обман. Здесь ценность — это лишь грязное обогащение. Люди меняют вечность на жалкие моменты тления. Ненависть зла уничтожит тебя одним взглядом. Легкая добыча, жертва в пасти греха в оковах лукавого. На широкой дороге обмана. Время дается для познания знаний веры истины, любви нашего Христа. Бог любит каждого больше всех. Спасение дарит всем жизнь вечную в чистоте и любви. Достигайте любви, любовь покрывает все грехи. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Люди без веры в Бога, словно холостой патрон в боевом стволе. Тьма в полной темноте. Пойми, без веры Спасителя Христа ты высохший родник, засыпанный песком. Не забивай на то, что есть истина от Бога. В этом грешном мире, сам знаешь, забитый клин вышибают клином. Душевная боль, глубокая рана. Иногда она тяжелее, чем удар от кинжала. Смотришь с добром, позитивом, относишься к людям вежливо, объективно. Но сегодня жестокая пора времени зла, путаница людей и их мировоззрение. Не жди, не надо ждать, когда один окажешься в положении, где нет надежды. Когда отчаяние в тебе, как буря, словно ураган в твоей душе. Поверишь истинно до слез ты всей своей душой в Творца Спасителя Христа. Но тут, увы, ты не спасешь себя. Революция ума, трансформация на ложь, ведущая к подчинению на познание золотого тельца. Что посеешь сегодня, то и пожнешь. Выбор твой. Жизненный свет или тьма в серном огне, где слышен лишь плач и скрежет зубов, чувство тревоги и страха, что ты мог быть со Христом во всех Божьих благах. Время сегодня не то, люди забыли, что на добро отвечают добром. Новая мода, блеск, негатива от сатаны, разложение личности, наглости, манеры, самолюбия и превосходства, постоянные чувства, психоз, бешенство, злость, непонятная форма возвышенности, гордыня, чувство современного движения повседневного. Разговора не будет, когда мы с миром, а напротив тебя стоит человек с травматом в руках, со злостью в глазах, не понимает, что ты идешь с добром, позитивом. Господь мой Бог, рассвет тепла твоей любви и милости к людям безграничен, исток воды твоей святой для всех желающих спастись. Истинно, истинно говорю, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Встань на путь жизненный и вечный, в любви и истине. Всех призываешь на спасение и ждешь, когда откроют люди дверь в свои сердца. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дан даром от источника воды живой. Но большинству людей, как потухшие свечи, нет огня жизни, нет любви, нет веры, истины. Господь, я преклоняю свои колени пред тобой. Я грешен, я не святой, я не пророк, но в сердце с верой я, где только ты, мой Бог. Святость твоя и любовь неизмерима, и все, кто топят за истину, верят в тебя сердцем и душой искренне. Укрепи нас верой своей силой, ты даешь жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки твоей. Ты царь всех царей, ты Господь всех господствующих, нет выше тебя и нету сильней.